Привет, друзья! Добро пожаловать на интенсив по C++. Цель данного интенсива – в течение 7 дней научиться писать программы на языке C++. Итак, первое занятие называется «Первая программа на C++». Но перед тем, как приступить к написанию программного кода, давайте узнаем немножко о языке C++. C++ – это язык, который можно использовать для создания сложных, высокопроизводительных приложений. Он был разработан Бьорном Страустропом в лабораториях Bell в 1979 году, как расширение языка C. Почему именно C++? Потому что он является одним из самых популярных языков программирования в мире. C++ можно найти в современных операционных системах, графических интерфейсах пользователя и встроенных системах. Здесь ниже есть примеры приложений, которые были созданы на языке C++, такие как Adobe, приложения Google, Mozilla, Maya и также операционные системы OS X и Microsoft. Как начать программировать на C++? Для этого мы будем использовать IDE, что на английском означает Integrated Development Environment, в переводе это интегрированная среда разработки, то есть используется для редактирования и компиляции кода. То есть это приложение, в котором вы будете писать программный код, запускать его и, получается, компилировать. Популярные среды разработки — это CodeBlocks, Eclipse и Visual Studio. Вот внизу вот есть их логотипы. Также есть онлайн-компиляторы, но у них ограниченное количество функций. То есть некоторые тяжелые задачи они не смогут воспроизвести. Так давайте приступим. Мы будем использовать онлайн-приложение, то есть онлайн-программу для компиляции нашей программы. Для этого давайте в Гугле найдем программу C-Shell. Она вот первая выходит. То есть здесь мы с вами можем уже писать программный код, и нажав на кнопку Run, мы увидим результат, то есть результат нашей программы. И первая программа, для первой программы нам нужно будет написать вот этот участок кода. То есть вам сейчас нужно нажать на паузу и написать в C-Shell данный код, переписать. Теперь давайте рассмотрим, что означает каждая строчка. Include, она добавляет библиотеку к вашему коду. Библиотека — это, то есть, отдельный файл, который содержит отдельные участки кода, и вы можете использовать эти огромные участки кода лишь используя лишь одну команду. То есть библиотека IOStream, она помогает нам вводить и выводить данные. То есть напечатать, да, клавиатурой и выводить, то есть на экран у нас будет выходить какой-либо текст. Using namespace std, то есть функция std у нас тоже вводит и выводит на экран код. Если бы мы эту строчку кода не написали, нам пришлось бы везде писать std, как вот в этом примере, видите? Вот. Следующее, int main, это наша главная функция, то есть внутри нее расположен наш главный код. И в этой программе у нас главная строка кода — это cout hello world. То есть, чтобы вывести текст на экран, мы написали cout. Мы добавили два знака меньше. И внутри кавычек мы написали наш текст, который должен появиться на экране. В конце мы добавили endl, что означает end line. Заканчивается строка и спускается вниз. Return 0, 0 возвращает значение 0. То есть в последующих занятиях мы об этом еще поговорим. Нажимаем кнопку Run, и у нас результат выходит в нижнем окне. Hello World, то есть первый текст, который у нас появился на экране. То есть задача этой программы — просто распечатать на экране какой-либо текст. Также вы можете еще поменять hello, irtai, run. Вот так вот работает наша первая программа. Почему именно hello world? Потому что во всех онлайн-курсах, в учебных заведениях первая программа на любых языках программирования — это hello world. То есть программа говорит привет миру. И на этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. Жду вас завтра.